Скажите, вот Светлана только что произнесла очень страшную фразу. Теракты в последнее время становят обыденностью. Вот холодком веет, да, от этих слов? Да. Как вы считаете, мир на наших глазах действительно становится другим? Ну, конечно. Но на самом деле мир, знаете, он всегда был в движении. Я, конечно, никогда он не был статичным. Помните, в 70-е, ну, кто читал, кто помнит, в 70-е захватывали самолеты, 80-е, да, тоже были террористы, они были палестинские в основном. А потом, да, было какое-то время, и этот фактор терроризма ушел. Но с появлением исламского фактора, исламского, я имею в виду исламского государства прежде всего, как организации, которые эти теракты организуют, конечно, мир становится другим. И надо четко понимать, что, конечно, безопасных мест в мире не осталось. Я бы очень советовал тем людям нашим, которые ездят по разным странам, вот это сейчас, я не знаю, насколько долго, но, во всяком случае, в ближайшее время, просто избегать массового скопления людей. Это единственное, что мы можем сделать сознательно и сами. Просто не ходить туда, где скопление людей, потому что эти скопления привлекают, так или иначе, притягивают возможных террористов. Причем этот случай действительно, мне кажется, отличается от того, что было, потому что все-таки, знаете, использовать грузовик как оружие еще никому в голову там в ИГИЛ, я думаю, не приходило. Это первый случай. Но может быть все что угодно. Это может быть грузовик, это может быть машина, это может быть любой другой опасный, потенциально опасный предмет. Поэтому самое главное, очень важно, с моей точки зрения, стараться по возможности избегать скопления людей.